Господа, приветствую. У нас сегодня третья ходка по Пти-Вердо. У нас предыдущие выпуски были «Солнечные долины» и с «Фанагорией Крюлимон». Оставлю ссылочку в описании под видео. У нас сегодня в данном случае «Ренессанс». «Ренессанс Пти-Вердо». И что интересно, в принципе, по всем лейбакам это у нас мысхака, винодельня мысхака. Но интересная надпись «Раевская вайнери». Винодельня Раевская была в свое время. Сейчас, кстати говоря, давно не наблюдал. Вероятно, на ее мощностях мысхака развернула, может быть, скажем так, эту элитную линейку. Этому выпуску я благодарен Сергею из Самары. Сергей, спасибо большое. А Сергей прислал нам этот образец. Ему понравилось, с его слов ему понравилось, просил что-либо такое сказать интересненькое. Я помню, что Пти-Вердо, к сожалению, наш разочаровал. Французский был, в принципе, поинтересней. А наш был выпуск, в общем-то, я считаю, что неудачный. Самое страшное, что они были водянисты. Кстати говоря, чтобы не забыть, значит, у нас есть уже короткий шорт, тоже оставлю под видео в описании, про проблему пробки, натуральной пробки, да, что мы говорим, что слухи о том, что достаточно преувеличены, что она проблемная. Как известно, да, никаких пробитостей нет, все они у нас живые. Вот здесь обнаружил, скорее всего, именно дефект пробки. Похоже, была резаная, что называется, резаная рана. Возможно, и пошла вот трещина на всю длину. Вот она, видите, пропиталась на 90%. Вот вполне возможно, хотя сама пробка, да, никаких признаков не дает, что вино хоть сколько бы ее пропитало. Но вот по этой трещине, возможно, потом оксидация и будет окисление и тому подобное. Будем считать, что это брак пробки, вот он нам попался. Хотя у нас, что же у нас такое тут было-то? Было, я вам показывал, от Шато-Тамань, что ли. Бракованные пробки, похоже, были очень пористые, они были насквозь промокшие. Пробка идет в коллекцию натуральных. Так, ну посмотрим, значит, Ренессанс. Да, в этой линейке я ее видел. Еще раз, Сергей, спасибо большое. В принципе, линейку это, естественно, я наблюдал, как минимум в алкотеке. Стоимость где-то по 1100 рублей, 1100. Там есть и темперанир, что там только нет, там какой-то большой прям ассортимент, образцов 6, что ли, вот такому достаточно симпатичном дизайне, достаточно строгом, интересном. Так, аэрация у нас была в декантере 30-40 минут приблизительно. Ну, смотрим. Значит, нос более насыщенный, более благородный, чем в том выпуске по Крюлимон там и Солнечной долины. Ну и ценник, собственно, грубо говоря, почти в два раза дороже. Нос даже напоминает слегка австралийский, где-то даже Шираз. Очень плотный, не яркий. Есть ощущение, в данном случае, наверное, черносмородинового именно варенья. Может, даже перечная нота какая-то. Так вот, нам я говорил, что повезло мне с Ширазом из Макларен Вейл. Да, вот была там перечная нота, которая давно не встречалась. Есть ощущение деревянного носа. Не знаю насчет выдержки, но урожай 19-й год, а выпуск конкретно 03-22. Вероятно, она здесь была. Но нос очень тяжелый, классный. Цвет непроницаемый. Цвет, опять же, а-ля Ширазный. С хорошей краской. Даже похож, грубо говоря, на образцы гаражных вин. Ну что, отличный экземпляр по носу. Поехали. Что же у нас род вина? Это отлично, это поздравляю, отлично, наконец-то Пти-Вердо похож на
с характером, что называется. Характера здесь много. Реально похож на Шираз. Похож на Шираз. Не похож при этом ни на Саперави и ни на Каберне. Это чувствуется. Похоже, значит, что называется, нас не обманули. Вероятно, это Птивердо такой российский, классный. Значит, вино достаточно мужественное для кайфа, для любителей тяжелых танинных плотных вин. Конечно, интересно всю линейку попробовать, насколько она качественная. Вот за это, ребят, я отвечаю. 1100 рублей оно стоит однозначно, совершенно однозначно. По качеству она достойна быть и выше. И слава богу, что 1100, а не по двушку. Ярко выраженный танин. Похоже, все-таки даже бочковой. Бочковой. Прям с характером, с характером. Кислотность умеренная, ровно такая, какая она должна быть, не завышенная. Сейчас еще разок. Да, тяжелый, древесный, вареньеобразный какой-то нос, без животных тонов. Да, вот ежевичная, ежевица, шелковица, вот такой танин, такая ягода, не кислотная ягода, нет. Именно танинное вино для смакования. Сергей, спасибо еще раз огромное за подарок. Это стоит того. Господа, рекомендую. Еще раз, можете пройтись по этой линейке, не отвечая за другие образцы, но в данном случае Птивердо Ренессанс – это зачет. Спасибо за внимание, господа. До встречи на нашем канале.